Евгений Александрович Муравинский, замечательный наш дирижер, гордость российской музыки, культуры. Ему мы обязаны тем, что когда-то в 51-м году появились вот эти замечательные сезоны, и сейчас мы стараемся их поддержать, возобновить и традицию ни в коем случае не потерять, а наоборот сделать ее еще прочнее. Вот в поисках своих в архиве Александр Яковлевич старался выбрать те произведения, которые звучали в течение сезонов. Долгосрочное сотрудничество. Мы ждем вас, Александр Яковлевич.